Меня зовут Руслан Башаев, я родился в городе Уральске. В 5 лет я начал слушать детские песни. Вот, и мама заметила, что у меня появился слух. В школе я учился на вокально-хоровом отделении. В 9 лет однажды я пошел на концерт. Там играл казахский народный инструмент – колхобус. Как говорится, я поставил перед собой цель, что я смогу играть на колхобусе. Опасались многие, что вот незрячий, как он будет учиться, но я поставил перед собой цель, и я сказал, что я буду учиться, что я буду стараться. Через многое прошел. Мне было и поступать тяжело, было и много сложностей было, и в магистратуре тоже много сложностей было. Вот, пожалуйста, если кто хочет, например, я могу преподавать колхоз. Это несложно. Главное хотение, главное желание, и тогда все у вас получится. Мы, Galamedia School, готовы предоставить полностью оборудованные классы для бесплатного обучения людей с ограниченными возможностями. Дело за малым. Необходимо закупить два КВЗа и ЖТГ.